Видите, в чем дело? Вот вы в первой части беседы упомянули, там, допустим, балет. Да. Русский. А если сейчас мы выйдем вот из этих ворот и скажем балет, вам знаете, что сказать? Волочкова. Вот прямая ассоциация будет. Это ваша проблема. Нет, это наши проблемы. Я знаю Захарова, там, еще кого-то, там, несколько замечательных артистов. Ну, у нас, к сожалению, есть некая вера, что ли, вот в этот флёр. Это наша русская черта, мифология. Мы на самом деле не очень хорошо знаем, что происходило в истории. Но нам сказали, что было так. И почему-то все поверили. А дальше очень сложно что-то изменить. И человеку более-менее мыслящему, которым я себя хотел бы считать, становится глубоко наплевать на то, что общество считает. Я захожу к себе в комнату, там у меня свои книги, и я знаю, что примерно было на самом деле. То, что при этом 50 миллионов человек думают, что было по-другому, я готов с ними согласиться. Ребят, ну, наверное, было так, давайте думайте. Но я знаю, почему это произошло, от чего, и кто виноват, и как этого избежать. Но я совета никому не даю. Я просто воспринимаю жизнь так, как она есть, такой, вернее, как она есть. И я знаю, что может произойти все, что угодно. Я в каком-то году, наверное, пятом, и представить себе не мог, что СССР больше не будет. Да никто не мог представить, через 6 лет. Ни одного человека не было. Но как, вот понимаешь, вот ни ты, ни я не могли это представить. Прошло каких-то 3, 4, 5, 6 лет, и вся конструкция развалилась, как карточный домик. Я прилетал в Магадан и видел там людей 50 национальностей, которые приходили в концерт. Для меня казалось, что это хорошо. То есть вы автор, вы упоминали термин журналюга в первой части, вы в том числе еще автор термина «совок». Вы сейчас жалеете о том, конечно, что я очень этой любил, страны больше нет. Это я любил. Я многое не любил в Советском Союзе. Но я бы так сказал, любил, не любил, но мирился. Для меня было важно работать для людей, понимающих русский язык, и русскую музыку, и русскую культуру. А они находились все тут. Там не было этих людей. Они незначительно присутствовали. Другое дело, могли сложиться обстоятельства, что мне не удалось бы здесь заниматься своей работой. Но они не сложились таким образом. А у кого-то произошло именно так. Он должен был уехать. Но, как я говорил очень часто, я не уехал, потому что для меня уехать означало бы разорвать все связи с моей родиной. Тогда это было так. Запятая. Но я же не знал, что через какое-то время будет возвращаться сюда с победным выражением лица. Как это делают очень многие. Да? Ну, конечно. Но этого не знал. Но даже если бы я это и знал, я бы никогда не догадался, что это на самом деле произойдет. Поэтому лучше не рисковать. Лучше сидеть дома, сочинять музыку для своих сограждан. Мы сидеть дома не будем, потому что мы 27 апреля придем сюда, в городский холл, чтобы послушать. Я буду очень рад. Да. А 3 ноября мы придем в Крокус. О, это тяжелая история. 3 ноября будет. Я очень рассчитываю, что до этого момента мы еще с вами пообщаемся, в том числе. Хорошо, в эфире. Евгений Юрьевич, рад. Спасибо, вам, Александр Борисович. С вами пообщаться. До свидания.